полностью пишу обзор, значит, на гитару Tokai, серийный номер 12-28-929, сделанный в Японии, 12-й год. Экземпляр свежий, LS Paul Custom. Вот, сейчас послушаем. 107-я, по-моему, модель, не самая низшая. Вот, все очень качественно, достойно. Бридж. Thank you.
Струны сдают свежие, поэтому немножко потянулись. А вот сейчас слышали, сустейн огромный, вот, все тянет, значит, булькающий призвук от него, да, то есть, ну, по конструкции, значит, все-таки LS полкастом, поэтому булькающий такой, значит, с провальной серединой на неке, значит, бридж достаточно острый, но в то же время фактура и мощь сохраняется за счет краснухи, вот. Инструмент монолитный по звуку. В принципе, такая является одной из лучших копий на данный момент. В общем, и тут ничего удивительного. Новые, кстати, инструменты они делают весьма достойные. Вот. Пленки на пластике вот здесь, да, свеженькое все. Вот. Культурный. Лады, значит, в идеале. Пороже кость. Ну, то есть формирование звука, все тут. Придраться не к чему. До свидания.